У дорожным руху областного центра отбылись изменения. Зараз у некоторых районах Гомеля водителям треба звертать особливую увагу на знаки и разметку. По улице Кирова усталяваны новый светлофорный объект, а по улице Быховской на нерегулируемом пешеходном переходе отбылось звужение зебры. Эти меры помогут снизить хуткость руху транспортных сродков и повысить безопасность пешеходов. Данные участки характеризуются высоким уровнем аварийности. На улице Быховской за последние 3 года зарегистрировано было 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых 3 человека получили ранения различной степени тяжести. Второй нерегулируемый пешеходный переход, на нем также в текущем году было зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие, связанное с наездом на пешеходов. Также находится вблизи данного пешеходного перехода общежитие и детский сад. Поэтому в целях повышения безопасности детей и в целом пешеходов были произведены эти изменения. По информации областной ДАИ, завтра с 14:30 по улицах Працовной, Коммунаров, Кирова на участку от улицы Селянской до проспекта Ленина рух транспорту будет заборонен. Это связано с проведением урочистых мероприемств, присвеченных 76-й годовине вызволения Гомеля от немецко-фашистских захопников. Рух обновить по их завершениям.